Павлу Парфению на этот раз выпала честь ответить на наши 13 вопросов. Мужественно, откровенно, но не слишком разговорчиво он справился с возложенной на него миссией. Один за одним избранной вереницей наши артисты проходят через 13 вопросов. Никто не жалуется, и поэтому наш детектив Пронюза находит все новые и новые жертвы. И сегодня мы, не стесняясь, заглянули в жизнь Павла Парфения. Парфений Павел Александрович. Какое прозвище было в школе? Парфуша. Чем ты занимаешься в свободное время? Честно, нет у меня свободного времени, нет смысла здесь обманывать. Коллекционируешь что-то? Коллекционирую только, может быть, успехи в виде статуэток. В каких обстоятельствах ты познакомился со своей любимой? Это оставим маленьким секретом. Первый фильм, который вы посмотрели? Вообще, где такие вопросы взял? Я не помню. Во сколько оценивается твой дом? Дело в том, что у меня нет пока собственного дома и собственной квартиры. Кто тебе больше нравится, Саркози или Обама? Каникуля Саркози, да. Что ты пробовал из наркотических веществ? У меня есть вредная привычка курения, от которой никак не могу избавиться, и люблю поспать. Какими достижениями в жизни ты гордишься? Я горжусь не столько премиями, которые я выигрывал, сколько ансамблями и творческими какими-то успехами, которые на протяжении моей жизни людьми, с которыми я работал. Это Катон и Севастополь. Что ты делаешь перед тем, как лечь спать? Смотрю телевизор. Сколько языков ты знаешь? 2. Китайский и тайваньский. Нет, тут на русский, румынский и процентов на 60, наверное, английский. Кто твой герой? Безусловно, Майкл Джексон. Это был не особо разочарованный, но в любом случае откровенный Паша. И если мы не утолили ваше любопытство, оставайся с Пронюзом и увидишь новых звезд под прицелом 13 вопросов.